Приветствую на канале «Правильный выбор». Сегодня речь пойдет о смартфоне Xiaomi Mi 11 Lite. В описании к видео вы можете найти ссылки на магазины с лучшими ценами на эту модель. Я надеюсь, что обзор вам понравится и вы поставите лайк, а также подпишитесь на канал. А чтобы первыми узнавать о выходе новых роликов, рекомендую включить колокольчик. В комментариях я жду ваши вопросы, на которые с удовольствием отвечу. Смартфон создан, чтобы вы всегда оставались в центре событий и внимания. Тонкий легкий корпус дарит новый уровень комфорта при использовании. Изящный корпус толщиной всего 6,81 мм настолько комфортно помещается в ладони, что вы сможете управлять им даже одной рукой. Смартфон весит всего 157 грамм, поэтому вы совсем не почувствуете его в кармане или рюкзаке. Супертонкий дизайн с плоским, почти не выступающим модулем камер обеспечивает премиальный вид. Встроенный в кнопку разблокировки сканер отпечатков легко интегрируется в концепцию изящного минимализма и позволяет разблокировать устройство одним касанием. Антибликовое стекло с защитой от отпечатков пальцев гарантирует, что ваш смартфон всегда будет иметь потрясающий вид. Металлическое кольцо, обрамляющее камеру, придает общему дизайну смелые харизматичные нотки. Смартфон с 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем сделает ваши мобильные развлечения еще более зрелищными. Благодаря 10-битному дисплею с поддержкой технологии TrueColor экран телефона способен воспроизводить более 1 миллиарда цветов, что в 64 раза больше, чем у его предшественника. Это позволяет получить более плавные переходы между оттенками, демонстрируя по-настоящему реалистичные изображения. Он также может похвастаться полноценным охватом цветовой гаммы DCI-P3, что обеспечивает яркую картинку и высокую точность цветопередачи. Откройте для себя мир с высокой четкостью на экране. Высокое разрешение Full HD+, 2400 на 1080 и поддержка HDR10 обеспечивают по-настоящему реалистичную картинку, а за счет частоты обновления в 90 Гц работа дисплея становится очень плавной и комфортной. Смартфон с операционной системой Android 11 дополнен фирменной надстройкой MIUI 12. Система из трех камер позволит сохранить яркие впечатления от особенных моментов. Основная камера 64 мегапикселя захватывает максимум света и получает превосходные снимки с точной проработкой всех деталей. Телемакрокамера 5 мегапикселей обеспечивает получение четких и насыщенных фото даже крошечных объектов. Сверхширокоугольная камера 8 мегапикселей предназначена для панорамных снимков и групповых фото. Ночные фотографии, сделанные на сверхширокоугольную камеру, поражают яркостью красок, резкостью и четкостью. Сохраните красоту и волшебство ночи простым нажатием на спуск. Получайте идеальные селфи, которыми так и хочется поделиться с друзьями. Фронтальная камера 16 мегапикселей делает вас центральным объектом любого фото и тонко подчеркивает ваше естественное очарование. Смартфон снимает видео 4К с превосходной передачей всех деталей. Большое количество фильтров и настроек позволяет превратить каждый снятый сюжет в кинематографическое произведение для большого экрана. Выбирайте один из 8 цветов для видео для максимально точного выражения эмоций. Режим покадровой съемки Pro Таймлапс видео предоставляет дополнительные возможности для творчества. Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G является главным компонентом, определяющим мощность смартфона. Тип оперативной памяти LPDDR4X объемом до 8 ГБ, самая емкая из доступных типов. Флеш-накопитель UFS 2.2 объемом до 128 ГБ. Телефон поддерживает самые современные диапазоны сотовой сети, также он оснащен скоростным Wi-Fi и Bluetooth версии 5.1. Для бесконтактной оплаты предусмотрен модуль NFC. Независимо от того, работаете вы или играете, аккумулятор емкостью 4250 мАч позволит не переживать об оставшемся времени. Его заряда хватит на весь день, а поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт поможет пополнить запасы энергии в кратчайшие сроки, чтобы не пропустить ничего важного. Сейчас расскажу о реальных отзывах владельцев, сначала отрицательные. Камера сбоку, уж лучше ее посередине воткнули и ореол вокруг нее поменьше бы сделали. Задняя крышка собирает отпечатки сильно. Очень скользкий без чехла, не рекомендую красоваться им, хотя он и достойный для этого. Вспышка слабая, даже как фонарик. Нет 3,5-миллиметрового джека, приходится таскать с собой переходник, благо его в комплект положили. Теперь о положительных отзывах. Очень тонкий и легкий.
можно поставить флешку, что редкость в компактных смартах. Дисплей почти без рамок. Звук стерео. Звук собеседника из слухового динамика шикарный. Чехол в комплекте плюс пленка на дисплее с завода наклеена – приятный бонус. Батареи на день смело хватает при средних нагрузках. Много настроек по звуку. Возможно, вы захотите поделиться своим мнением об этом смартфоне в комментариях, если уже стали его владельцем. Напоминаю, ссылки на магазины с лучшими ценами на эту модель вы найдете в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также включайте колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых обзоров. Всем пока!